Казахская государственная филармония имени Жамбыла в рамках детского абонемента представляет концерт солистов Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. Дирижер, лауреат республиканских конкурсов Муслим Амзе. В Костанайской областной филармонии имени Умурзакова состоится концерт трех баритонов под названием «О чем поют мужчины». Солисты – Клейменов, Карапецкий и Васильевич. Казахский государственный академический театр драмы имени Ауэзова приглашает своих зрителей на драму «Ымыртағы махаббат». Режиссер-постановщик спектакля Рубен Андреасян. Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык. На сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац будет представлен мюзикл «Тряпичная кукла». Измученная смертельной болезнью и трагическими событиями в жизни, маленькая Марселла получает от своего отца в подарок тряпичную куклу. Девочка засыпает, не выпуская из рук новую подружку. И тот час начинается долгое ночное путешествие, насыщенное невероятными приключениями, веселыми, опасными, но столь увлекательными. Это спектакль скорее для семейного просмотра, он не детский. Дети, конечно, будут рады видеть веселых, забавных кукол, которые танцуют, веселятся, поют. А вот мамы, папы, бабушки и дедушки смотрят совершенно другое. И я надеюсь, что после этого спектакля гораздо больше времени будут уделять своим детям. Потому что спектакль, правда, очень-очень глубокий. И в конце спектакля рефреном как раз звучат слова, что мир исцеляет любовь. Вот для этого мы делали этот спектакль, и он действительно получился. Так что добро пожаловать в ТЮЗ имени САЦ на спектакль «Тряпичная кукла». Мы ждем вас. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая ждет своих зрителей на комическую оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из Сираля». В сложном лабиринте спектакля почтенный зритель увидит не только увлекательную веселую историю о приключениях молодых влюбленных людей в сказочно непредсказуемой Турции 18 века, но и лирическое повествование о непростых взаимоотношениях Моцарта и его жены Констанции. Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова приглашает своих зрителей на комедию в двух действиях «Номер 13». Мужчина снимает номер в отеле для романтического свидания. Ситуацию осложняет застрявшее в окне тело неизвестного мужчины. Как будут развиваться события, узнаем, посмотрев великолепную постановку. Фотогалерея Академии кино и телевидения Университета Туран продолжается экспозиция, посвященная 50-летию фотоклуба «Медео». На выставке представлено 70 работ полувекового диапазона от «Вечера в степи», удостоенного первого международного диплома в 1965 году, до работы «Он мой», получившей золотую медаль 7-й международной ташкентской фотобиеннале в октябре 2014 года. Зрители, знакомые с фотоискусством Казахстана, с удовольствием обновят свои впечатления от работ Эльхома Сейдалина, Раисы Круговой, Владимира Печканова, Валерия Коренчука и других мастеров фотографии, которые когда-то вывели Казахстан на мировую фотоарену. Драму «Кос Мулык» представляет вашему вниманию театр «Жас-Сахна» города Алматы. Главная идея спектакля – проблема одиночества брошенных матерей, их ненужности даже собственным детям. Эта современная пьеса заставляет задуматься о будущем подрастающего поколения. Спектакль идет на казахском языке с возможностью синхронного перевода на русский язык. В торгово-развлекательном центре «Глобус» продолжается интерактивная выставка 3D-воображариум Гончаренко Максима. Вы увидите уникальную коллекцию 3D-картин, не имеющую аналогов в мире. Данные картины обладают высоким уровнем передачи стереофонического эффекта и оригинальностью сюжетной линии. Коллекция впервые демонстрируется в городе Алматы. 3D-воображариум Гончаренко Максима предназначен для посетителей любого возраста.